Егор, с победой в первом матче Нового года, что скажешь по игре, за счет чего она такой сложной и, в общем, малорезультативной получилась? Спасибо. Ну, не знаю, как сказать. Просто у нас, может, чуть-чуть хладнокровности не хватало в завершении. Моментов-то у нас было много. Я думаю, надо было забить какой-нибудь такой гол, когда я Алексеев забил. Какую-то какашечку, можно сказать. И потом вот чуть-чуть улыбнулась удача нам в конце. Вообще с Ригой достаточно тяжелый матч в последнее время получается. И здесь в прошлом году проиграли 0-4, и в гостях в этом сезоне, да, был тяжелый матч, хоть ты и не играл. Получается такой неудобный соперник, или здесь все-таки все от нас зависело сегодня? Да, я думаю, в первую очередь надо смотреть на нашу игру, а потом уже на соперника. Но Рига сегодня неплохо играла в обороне. Думаю, просто нам надо где-то побольше хладнокровности в завершении. Думаю, у нас все получится. Что тренеры говорили перед третьим периодом, потому что, ну, действительно, до этого был сухой матч против Минска, здесь два периода не забивали, на что был акцент? Ну, что не надо зацикливаться на том, что не можем забить, все равно переломим сейчас и какая-нибудь, как сказать, еще раз какашечка залетит. Что скажешь по своему самочувствию, по своей форме, эти первые домашние матчи, третий уже, как они тебе даются? Ну, пока тяжеловато в плане физически, что игровой ритм все равно потерял. Ну, сейчас, я думаю, нахожу уже постепенно. С каждой игрой все легче и легче становится. Сегодня выходил в том числе и в большинстве, и даже был момент с незащитной шайбой. Что там случилось? Действительно было движение коньком? Ну, я не знаю, но если не засчитали, значит, было движение. Но там мне показалось, что можно было засчитать. Помочь мне. Впереди игра со Слоуном, команда, которая в этом году, ну, уже дважды мы в Братиславе обыграли. На твой взгляд, за счет чего их и в третий раз может получиться обыграть, да, на что надо обращать внимание? Я пока не знаю, сейчас завтра соберемся, на тренировке уже тренера подскажут, где-то акцент сделаем на каком-то определенном моменте, в чем мы сможем их обыграть.